короче, рубимся жестко. Дев там возглавляет колонну. Какой-то звук такой. А, так это Дев сверлит, блин. Я привык к звуку патрулевского мотора. А то слышу, какая-то бензопила работает. Незажигательный звук. Поэтому он и не едет. Хотя достойно. Очень достойно. Это он все нарыл здесь узкой резиной. Фух, что-то я упарился. Опа, здесь милиция нюхает. Defender, да, идет так, что только патрулю за дефом тяжело идти. Блин, какие вы узорчики здесь красивые патруля наделали. Патруля на разборку. Смотрите, какой краска, классно вы это. Хорошо, когда кузов плоский. Что, стартует ты? Сейчас коксы возьму и поеду. Это английский автопром. Опа, штурман упал. Сейчас пару раз еще пробьет и выскочит. Здесь такая горочка. Снега впереди не успел заснять. Если сейчас назад сдаст. Не, не сдаст. Сдаст. Сейчас я вам покажу. Сколько снега здесь. Я приехал подышать свежим карпатским воздухом. О, там хорошо. Блин, сверлит как, а? Класс. Я полюбил Defender сегодня. Он классно так режет снег. А все из-за того, что узенькая резина стоит, 35-я. Так, я боюсь выйти туда, чтобы посмотреть, что он там творит. Вроде бы не должен уже назад ехать. Но реально здесь вот я за ним иду, а здесь просто ни о чем. Нам 400 метров такой дороги. 400 метров. Было предложение съездить на ракету, но нету смысла. Пока туда доедем, будет темно, а там снега тоже столько же. Кажется, что все, уже сел. Ну, двигается.
Просто жестяк. Пока я за ним иду, он едет. Вы видите это? Наше это, ноу-хау. Говорю, пока я за ним иду, он едет. О-хо-хо! Надо с другой стороны становиться. Здесь выхлопная. Греемость? Ну да, уже почти. Я смотрю, уже окна мордо запотели, чей? Сауна. А, там морда вся в морду. Да. Я и так сюда доехал, что папир на решетке был, понял? А нифига себе. Шормусик, подтягивайся. Блин, снег везде. Смотрите, вот знаете, для чего эта решетка нужна? Пилять, срезать снег. Терка называется. Ну, якби не Defender, ми б уже були в Миколаївщині назад. Да? Був би розворот. Я би сьогодні вечір туди би напився холоду з горя. Ну, тут, можна і тут? От, ось такі розробники Дефа, видиш, якщо б не ручка, то їх, краще б їхав. Не сплявся би за сніг і їхав би так повз-повз. Да. Можна зняти. Можеш лишати, ну, пробуй якусь другу пробую. Ні, вони не підуть. Мне нравится эта уверенность. Патрульный набор. Сейчас Руслан посмотрит, как Деф едет и продаст патруля и купит себе Дефа. А я буду ногти кусать. Купил патруля длинного, да, блин, а тут, блин, Деф так едет. Ні-ні-ні, так не треба робити. Що на горне, блядь, то знову, ну, про горне і... Що я його ззаді і ззаді все знімаю? А там спереду йти. Ну, закопався добре. Ребята, хто любить кушати сніг? Приїжджайте к нам. Смотрите, який сніг у нас вкусний. Он так йде під Глінтвейн, офігенно. Що просто. Короче, нас здесь ждет чудо. Будут ноги мокрые, не хочется, но... Нет, ты меня не догонишь, нет, нет! О, упал, снега набрал. Короче, тут-то такое большое дерево упало. Я не знаю, как его теперь пилять. А, это бензопила нужна такая мощная. Да, баб подскажет. Я здесь руками разгреб, а здесь 10 сантиметров. А, это печалька. Да ты мог бы его бампером сломать. Миша, тут шины мало. Тут дуже велике дерево, ты бачишь? Товщина дерева, бачишь, яка? Ну, блин, мы запаримся его, блин. Да. Я понял тебя.
Не, так ты смотри в камеру, улыбайся и пиляй, да. Ну. Ты все поломал, друже. Ты все поломал. Слышь, Миша, в Коломиї тільки ти знаєш, де бензопили продають? А, я. Да, тільки ти, да. Так може хлопцям розкажи, щоб вони знали, де купити. То не знаю, знаєш. А чого у тебе нету шноркеля на бензопиле? Вдруг треба буде під водою різати? Що, бутун какой-то йшов тут. Бачите, сліди є. Тут проще, бо тут не мете, берег тримає. Тут менше буде. Да. То вона пройшла тут за бугуню. Що я вже впарився. Ходіть. Заїбався дим. Да. Думати так, що стояти треба зліва. А? Зліва треба стояти. Дивши ж Англія, і там вихлопна труба зроблена в другий бік від тротуару. А, ти з тої сторони. Да. Так. А я не думаю, що він тут так швидко проб'ється. Він поверх снігу йде, ти видиш? Бо там глубже. Давай, наверное, его в сторону и патрулем дальше бьем. Вот сюда пусть заезжаем. А можно, хотя тут не знаю. Да тоже, блядь, уже в стену нахуй пробил всю дорогу, и тут началась херня, блядь, и дать дорогу. Так а что? Треба это, соляру, чтобы порівну было. Щеплення. Постійно бити теж не добре. Обила автодор, блядь, таку машину. Зараз він може, блін, уже проскочити. Ми б ще це забрали, блін. Чекай, гол! Если вы заметили на моем видео, я вам хочу сказать так. Пока я не снимаю, никто не копает. Как только я начинаю снимать, все с лопатами выбегают, копают так даже. Там, у кого, даже у того, у кого тиск великий, то есть давление. Он такой, да не, я потом таблетку выпью. Да, это не патруляка, который нагрелся и стоит потом, дохнет. Меньше сопротивляется. Да. Ему резать проще снег дорезаться. А там вроде черня уже. Да, ну вроде, а как на правде. Там полный ёб. Ну на каком языке разговаривать? Я же запутался. А так, чтобы не было обидно, я буду и по-русски, и по-украински. Так все разумеют. Да, такси будут разумеют, да. Я не умею по-татарски.
Ну, где пошел кураж, а? Рік назад тоже таке было. Пам'ятаешь, мы в 5 годині ранку приехали. А, ну коли зломилося, да? Да, то. А тоже так пробивали? Ну, да. Вбой идут одни патрули. Где это? Що, їдемо? А ви що, бухали? А чого мене не позвали, га? Блін. Отак, розвалюється колектив. Пойду я к Тарасу все-таки кататися з Тарасом, бо там наливають, кличуть. Тарас вообще красавчик. Тарас вообще красавчик, да. Я хоть согреюсь. Давай печку на всю. Давай, в сауну. Сейчас водички полью еще. И будет у нас банька. Я сейчас только что волновался очень сильно. Да, тут тренировка, да. Заново, заново. Так, дубль 2. Попривітайте з нами. Привет. А як ви тут опинилися? О, як ви тут оказалися в горах столь далекої страны? Скільки кілометрів? З Ізраїля до суда? Да. 2500. Ну, нормально. Нормально. А що у вас там в Ізраїлі? Рибки є? Красне море є? Є. Є? Блін, клас. Все, я їду в Ізраїль. Мене пригласили, да. Да. Тому що я теж рибка. Да. Правда, вона мене називає Зая. Но я рибка. Я рибка. Вам нравится, да? Да, так нічого. 6.15, видите, мы выезжаем, 6.15, солнце уже встало, ну в Карпатах рано солнце встает. Антон, а где ты ночью девчину не знайшов, а? Так дай, сдавай местяк, я с тобой в вечере піду, добре? Так, Карпати, другий день, завтра Йордана, купаємось, ну, я потім на обідню від'їжджаю, славний город Снятин, тут недалеко. Ось такі вони Карпати. О, мій патруль. Ще мій патруль. Хлопці, брати патруля собі чи не брати? Довгого. Чи длинного. Сільвер 1, Сільвер 2. Сільвер 3. Що, їдемо? Так люди живут в Прикарпатях.
А что, тепло? Вороны купаются. Когда вороны купаются, так к чему? Это? Типа потепление или похолодание? Что они здесь делают? Эти люди. Эти все люди, что они здесь делают? Они здесь живут. Они куда-то идут или... Магазин за хлебушком. Каплычка. А в каплычке что надо? Заходить в каплычку, чи я? Нет? Надо просто стоять и все, да? А цей парубок уже хліба купив і йде додому, так? Да? Ну, такі вдома. А куди весь сніг ділся? Тоже почали на Євросоюз відправляти вагонами, так? Да? За євро. За євро продавати сніг. Или Буковель все скупив? Буковель свій производит. А Драгобрат не производит, да? Свой натуральный. Вы это слышали? Если вам нужно покататься на лыжах, то едьте на натуральный снег на Драгобрат. Сервиса нету, но зато все натуральное. О чем мы буксуем? Мы на заднем приводе едем? А чем мы буксуем? Мы так никуда не заедем. Но реально, здесь еще ни один патрол не ездил. Здесь только москвичи Жигули. Почему? Потому что, ну, посмотрите следы. Тоненькие, узенькие. А мы до Кокса идем? Или нет еще? Да, на полном. Бля, на полном. 3800, 3600 оборотов. Коксахим. Я не понимаю, как так. Смотрите, следы москвича. А, это телега, наверное, была. Кони и телеги, да? Я больше вам хочу сказать. Мы сейчас поднимемся выше, и мы увидим там Hyundai Getz. По-любому. Блин, ты так рулишь, как будто она так тяжело едется. Реально тяжело едется. Да? Я думал, я прикалываюсь. А если мы направо возьмем, мы перевернемся, да? То есть вот так ехать? Нет, возьмем сейчас, подожди, нагрелся. Ты нагрелся или мотор? Мотор нагрелся. Да? Я вчера так перегрелся, у меня температура была 38. И сбить не мог. Под утро замерз. Тут тепло было? Да? Нормально, батареи такие. Не очень. Мишка, ты слышал это? Ты же понимаешь, реклама твоего отеля. Натопи нам сегодня. О, давай я поснимаю, да? Можно? Реально тут снег как херня. А Руслан не едет. Почему? Потому что Руслан уже не тот. А меня? Ехал Руслан и забыл про меня. Реально,
Меня ноги еле носят. Я просто не могу идти. Тем более в гору. Смотрите, что деф вытворяет. А подберите меня здесь, пожалуйста. Я пешки не дойду до Руслана. Дякую. Я пішки не дойду до Руслана. Ну, так тяжело їдеться. Та що триматися? Що Як так? Я переїжджу з фаха, я так. З одної машини в другу. Ну, можеш я поїздити в своєму будущому патрулі на задньому сидінні? Мови нема, що коли я ще буду? Тобто куплю, да, якщо я куплю, то як, коли я ще покатаюсь на задньому сидінні? Согласен. Дякую. Так. Тут ми доїхали до села. Я казав, хлопці, я говорив, ми зараз під'їдемо наверх. И сейчас вам открывается картина. Я ошибся только в одном. Это был не Hyundai Getz. Это был Volkswagen Golf. Это же он перед нами заезжал. Так что... Я же тебе говорил, Русик, да? Помнишь, я говорил про Volkswagen Golf, который сюда заезжает перед нами? Вот он стоит. Причем два. И до весны. Нет, я думаю, что они сюда... за хлебушком ездят каждый день. А что спутаться? Доброго дня. А подскажите, будь ласка, а Volkswagen Golf тут заезжаю взимку, да? Вот цей, что стоит. Кожен день? Ні? Я думал, цепи поставили и катаетесь. Через лісок до крайніх кінців. Ви не можете їхати. Я думаю, пішов дом проти вас, бо там вище буквально цю дорогу там, ну, урізся там, здається, як сто снігу. Але добре ми їдемо. До самих крайніх кінців ми доїдемо. До Космача. Він не впізнав, що я москаль, да? Потому что я думаю, если бы впизнал, то сказал бы, да, езжай ты, хлопцы. Но ютуба он немає, да, потому что он якось так... Да, не спрашивай. Да, да. Прикарпатье, Закарпатье. Но... Патруляка, давай. Патруляка, жги. Нормально. А вот тут перемет такой, что протоптать, посмотреть дорогу. Может, действительно наверх поедем, что нужно? Ну давай, выезжаем наверх до столбов. Это же не огород. Ну а там что-то непонятно, протоптать может. Кудись чи назад. Дуже близько до мене не під'їжджайте, бо може вам треба буде зразу тут перемет треба давати вліво попри стовби. Там все сніг зійшов. Поки що до мене близько не під'їжджайте. А здай чуть назад, Русик. Я вийду. Все добре, добре, добре.
Так, что у нас тут? Тут мы имеем вот эта дорога непонятная. Руслан, наверное, не стоит. Там, где я прокапал, ты это, скорее всего, утонешь. Попробуй где-то раньше. Раньше налево уйти. Вот дорога. Теперь что мы имеем? Просто больше метра твердого снега. Сейчас будем пытаться пробиваться. Нет, туда, Руслан, пробуй туда ехать биться. Едь туда, бейся, потому что тоже не вариант здесь. Попробиваем колеса. Можно лопатой чуть поработать и выскочить. Я переживаю, понимаешь, в чем дело? Это он еще не докапывается до... Здесь глубина, понимаешь? Просто не дали мне снять редкие кадры. Кто видел Руслана с лопатой? Тут дыра такая, что ты хочешь туда полностью залезть? Я ничего не хочу. Может там медведь? Может. Или медведь? А как будет правильно на украинском? Медведь чи медведь? Медведь. 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 Полярный. Полярный медведь. Та я бачу такі ж гусули, як і я. А я не чую. Тікаємо. Не, не буде діла, провалюється сразу. І причому їде іменно на дирку. Именно на дырку едет. Руслан, а ты не можешь, а можешь не так круто брать, а? Чуть больше по прямой. А не, він на пень туда піде, Валер. Ты хотя бы звідси він брал. А, тут пень еще, блин. А давай он будет идти на пень, а здесь уже повернешь. Руслан, а попробуй сюда на пень ехать, прямо вот на меня, а потом перед самым пнем уже будем поворачивать.
Поехали в отель. Покатались, все уже, хватит. Я думал, вы джиперы, а вы лопату достали. Что там уже знайшли? Мене кличуть, я не знаю. У них рації немає. Сейчас Toyota буде тут пробувати рубитися, Руслан. Делятинські хлопці зараз покажуть, як треба на Toyota. А де в Делятині можна заробити гроші на таку Toyota? Чим треба займатися? Треба його спитатися. Наркотики. Чи сніг продають узимку? На Буковель. А де він знайшов того ізраїльського хлопця? Підібрав на дорозі десь чи? Напевно, блядь, ну десь був Ізраїль. Ну, ну а як з Ізраїль? Як з Ізраїля можна доїхати до Делятина? Тобто, ну. Вони переписувались там в інтернеті там. Добре, а виїхати ще кудись є тут чи нема? Городом. Там ми сьогодні поїдете, бо тут везло. Та то зараз люди будуть кіпи ж буде. Блин, а что это за раз? Баофенг? Берет. Баофенг. А, может у меня за это. Ну а там не еще. А, двери он открыл, чтобы переваливало, чтобы выпрыгивать, когда будет переворачиваться, да? Да треба тут вот пробовать. Именно тут. Ну да, але. Чи на сигналі. А, тобі треба давати отут, де ти давав. Там супер, тут ні. Тебе зараз заплішить задницю, блядь. Он сейчас накопает, что мы отсюда и не выедем. Это школа Делятинских, я знаю. Ну давай, Иван, хай попробуй. А когда он жгет, почему он не может сказать, что я сейчас буду зажигать? Блокировочки не хватает, да? Все. Ему надо переваливаться сюда. Стой, стой, стой. Русик. Переваливайся через бугоры и иди вот сюда, на меня. Все. Я ошибался в этом молодом человеке. Так. Для довобазової машини, блін, трошки. Блокировка все рішає. Антон, зараз якраз може состоятися сделка. Покупки. Или не покупки.
А у тебя передний блок есть? Так давай, ты заезжай, ты собьешь. То есть долгого патруля можно брати, да? Можно. Їде так же, як і короткий. Якщо б я їхав з дівчиною, я б теж проїхав би по-любому. Тобто, я б так газував би, щоб. Ні, ти ж розумієш, що проїхав, ввечері буде секс. Не проїхав, не буде. Не проїхав, кіна не буде. Да. Ну добре, ми сюди виїхали, а далі? Та далі будемо розбиратися. Так, ведем прямую трансляцию, а все это пишется не на видео, будет потом видео, это прямая трансляция, но так оно все происходит у нас в горах. А, только что заехал у нас короткий патруль первый, потом Defender, не, Defender не ехал, длинный патруль и Toyota, ну у Toyota всех блокировки, и в Toyota наши люди. Кадрик. Ну так, ну знімаю, ну опыта у мене мало. Да, то есть, ну. Так, что-то нема коментарів. Чат включаємо. Так, парни. Дев у нас уже сидит. У нас осталось две машины. Ну, вся проблема в том, что сейчас машины вытащим. Вот это дорога. Та, що Русланчик? Русланчик не їде, ми туди уперлися і все. Ван, номер один, а де номер два? Не знаю. Опа, нам з Баку передають привіт. Салам. Да. У вас теж праздник завтра в Баку? Наверное, да, да? А ну, Баку, ответьте. Орик, ответьте, есть у вас завтра Йордан? А бедный нас сегодня сдал. Бедный уехал с другими экипажами. Злив нас, да. Попив кави зранку, ну я пошуткував, чаю, да уехав. 20 января, черный день. Хм, а что это за черный? А, траур. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему что-то там происходило, я так понимаю, да? Почитаю в гугле, обязательно почитаю. Потому что по истории у меня было не очень хорошо, и нам такое не преподавали. Я как бы уже человек так СССРов, и нас кормили другой информацией в школе. Деф едет так, вчера зачетно по снегу, у него узкая резина, он лучше всего бил снег, но сегодня что-то ночью случилось. Hello from Сараево. О, Сараево, привет. Так, у нас маленькая заминка, извините, я думал, будет интересное видео. Я думал, сейчас на видео попадет вам перевернутый деф. Но пока это все затягивается. Но вы смотрите, никуда не уходите. Пока здесь есть 3G, я веду прямую трансляцию. Пока у меня батарейки еще не села. Смотрим.
Смотрим эпичное видео. Попытка номер два. Ну, знаешь, ты сейчас уже начинаешь угадывать. Так, я же из семьи предсказателей, то есть, ну, оффроуд предсказателей. Это была такая... Тебе від Мольфара, так? Ще раз. Від Мольфара. Я не розумію цього хлопця. Він на своєму балакає, я тут... А звідки ти знаєш? А я знаю ту херню, бо... Отак чіпають ОДФа, да? Тобто, коли вони починають перевертатися, вони бросаються і убігають. Де? Руслан? Руслан вчора утопил ведро в колодце. А вы знаете, что это самый большой грех? Перед Иорданом, если ты утопил ведро в колодце, то это очень большой грех. Его надо смывать ФБЛами в горах. Наверное, точно комплект резины надо выездить, чтобы этот грех с тебя снялся. Да. Да, так получается, ребят. Извините, я думал, что будет видео. Видео не получилось. Водитель Вася, он немножко меня подвел. Ты думаешь, передастся, да? То есть, ну, честно говоря, уже передается немножко. Я добре. Трава на газона загрузила. Горілкою смоється? Та ми горілку не брали. Здесь же гусули вже ж не ті, вони з собою вже егермейстер гори беруть. Вони знали, що я їду. Зубровочка, егермейстер. Взагалі весела компанія. Так, смотрим, як Руслан отжигає. Я не думаю, що буде якийсь отжиг. Чому? Тому що прокляття відра. Ему не дает. И проклятие сильверовища. Он купил новые сильвера. А он не почитал, что там написано, что они разбуваются постоянно. Не, ну, ребят, три блокировки. Маньяки тут рядом, мы слышим, но они поехали на верховину. Они заезжали в кафешку. Да, очень жаль, что так получается, что мы разными компаниями.